Всем привет, это я. Стоп, нет. Вот, это я. Всем хай, Сахар, с вами Айзек, и сегодня я расскажу вам об одном дне из моей жизни. Как ни странно, мои будни ничем не отличаются от будни любого другого человека. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь. Шутка. Мой любимый день недели — это суббота. Почему именно суббота, спросите вы? Потому что суббота. Отвечу я. На самом деле, только в субботу я могу заниматься абсолютно всем, на что у меня хватит 24 часов. Общаться с друзьями. Снимать и монтировать ролики. Собирать бумажную модель штурмового крейсера класса «Экзорцист». Ну, обо всем по порядку. Просыпаюсь я всегда очень рано, раньше всех, и это не я. Твою мать! Конечно, после сна всем нужно освежиться и сделать зарядку, но не мне. Мимасы! Чаще всего я иду помогать друзьям в съемке ролика. Но точно не так. Мчусь как ветер. Или как я. Многие люди просыпаются слишком рано и успевают переходить на место встречи раньше всех остальных. Но это не я. Чуваки, я здесь. Ты опоздал. Мы уже уходим. Когда вся наша команда оказывается в сборе, мы начинаем веселиться, снимать новый ролик. Не мешало бы писать. Он постоянно: пойдем пожрем, пойдем посым, пойдем погуляем, пойдем. Или монтировать уже отснятые материалы. Но это не про меня. По факту нас четверо, но четвертый наш друг очень похож на меня. В коротких перерывах мы все вместе пьем чай с пичердосами и снова возвращаемся к нашим делам. Как вы уже догадались, без меня. Когда в процессе съемок нам нужно куда-либо выезжать, кое-кто собирается самым первым. И это не я. И долго мы будем ждать? В процессе записи каждый из нас занимается тем, что заранее было задумано. Начинаем. Естественно, кроме меня. Я поймал чернота. Заткнись! Если не хватает памяти в камере, то мы возвращаемся на студию, быстро скидываем весь материал на компы и возвращаемся к съемкам. Но точно не я. После записи всего необходимого, вся наша команда возвращается на студию и продолжает оперативно работать. Вы спросите, где я? Ребят, вы где, ребят? Ребят, вы где? Ближе к 7 часам мы начинаем приводить студию в порядок и собираться покидать наше рабочее место. Почти. Ты охренел, а? Ты идиот, а? После целого дня, проведенного с друзьями, силы покинут любого. Но только не меня. Из-за пониженного настроения хочется просто вернуться домой и лечь спать. Разве что... Когда вообще оно у меня было низким? Мимасы. Но от сна, естественно, никуда не деться. Как ни странно, меня все еще зовут Айзек, и... Это не я! Давай, я же знаю, ты не раз уже так делал. Давай, приходи, тебе всегда здесь будут рады. Давай, смотришь часто, значит, другу посоветуй. Давай, лайк поставь и подпишись, и наслаждайся. Я же знаю, ты не раз уже так делал. Давай, приходи, тебе всегда здесь будут рады. Давай, смотришь часто, значит, другу посоветуй. Давай, лайк поставь и подпишись, и наслаждайся.